Петр Порошенко завершает свой двухдневный официальный визит в Турцию. Сегодня украинский президент провел встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем, а также с турецкими бизнесменами. Им киевский гость предложил купить украинские угольные шахты, что, как сообщили в украинском Минэнерго, вызвало интерес. А накануне Петра Порошенко с почестями принимал Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры Турции и Украины договорились дружить против России. Эрдоган критиковал Москву за участие в операции в Сирии и заявил, что будет поддерживать Украину в вопросе возвращения Крыма. Петр Порошенко больше упирал на финансовые проблемы. Как обычно, просил денег и добился обещания выделить Киеву 10 миллионов долларов на некие гуманитарные проекты.